Ну здорово! Как я и обещал, в новом ролике я зайду в Roblox выживание. В школьные времена я очень любил выживалки, особенно Rust, тот самый невылизанный, старый, с хреновой графикой. Но на дворе уже 23-й год, и повыходило очень много игр. Тем более Roblox — это такая игра, в которой есть множество качественных и не очень режимов. Кстати, сегодняшнему плейсу я посвящу целый ролик, потому что он получился достаточно интересным. Название скажу чуть попозже, но возможно меня опередят те, кто часто играет в Roblox. Кстати говоря о стримах, в этом режиме мы поиграли на стриме с подписчиками, и получилось достаточно прикольно, хоть и закончилось тем, что мне отключили интернет. А, точно, ты же не знаешь, когда и где я провожу стримы. Ну короче, смотри, открываешь описание, и в Телеграме я за какое-то время до стрима пишу, где он будет и когда. Ну а на этом мне пора заканчивать вступление. Мне очень понравилось, как вы оценили прошлый ролик по Роблоксу, поэтому залетаем в него снова. Ты же по-русски говоришь, не? На-на-на. No-no-no. Не говорим по-русски. Не говорим по-русски? Ну ладно. А у меня фази? Иди сюда, блядь! Раздевайтесь нахуй! Пошел нахуй! Иди сюда, блядь! Концерт кишлака тут! Пошли своими цапки! Жадина ебаная! Первого я зарубил прямо в воде, блять, я опасен. Привет! Покеда! Так, ну вон патруль ушел. Да, блять! Эй, мужик! Мужик! Тебе пизда! А вот там должно быть что-то. Хотя меня могут там хлопнуть на раз-два, ну ёбаный. Да, я сейчас играю в бесплатную игру с бесплатным режимом, но иногда бывает такое, что тебе кайф поиграть в какой-то более масштабный проект, что-то типа RDR 2, или же Киберпанка, или же Dark Souls и так далее. Но некоторые из этих игр нельзя купить в данный момент в РФ. Но не спешите унывать, у меня есть для вас прекрасное решение в виде сервиса по пополнению аккаунтов, а также покупке гифтов. Знакомьтесь, это Купикод. Где-то вы уже это слышали, но тогда я говорил про сервис по пополнению счета Стима. Благодаря Купикоду ты можешь получить недоступные для покупки в РФ игры на свой Steam аккаунт. Тем более покупка через Купикод напрямую будет куда дешевле, чем пополнение через Киви. На сайте есть полный каталог Стима, а также самое главное, те игры, которые нельзя купить в России через Steam аккаунт. А здесь можно. Покупка игр происходит здесь в несколько кликов, и она простая, быстрая и самое главное, безопасная для вашего аккаунта. От вас требуется только ссылка на ваш аккаунт Стима. Таким образом, мы уже на финишной прямой, чтобы купить нашу любимую игру. Указываем профиль Стима, куда вы хотите получить ее, а также промокод, который вы можете найти в описании. Он даст вам 10% скидку. Оплачиваем, а также принимаем заявку от бота в Стиме. И после этого вы можете снова наслаждаться банклавом. А если ты зарегистрировался через ВК или же Телеграм, то ты получаешь бонусные 50 рублей, а также постоянный кэшбэк за каждую твою покупку. Переходи в описание и закупайся в Стиме выгодно. Кто не рискует, тот не пьет шампанское, ясно вам? Спишь, да? Слышишь, давай зарежем этого долбоеба в майке! Мужики! Лоу! Эй! Эй! Don't run! Don't run, блядь! Ха-ха, сука, don't run, блядь! Сука! Я так залутался, я стрелу ему в лоб пустил, как он не умер, блядь! I'm not your enemy. Блядь! Дебил, блядь! Чё, ебанутые, сука! Да сука ебаная, сколько ты будешь приходить ко мне, блядь! И почему на такие случаи нету НЛРа? Сука. Ха-ха, блядь, я еще и тут умер. Я здесь возродился, блядь. Я приду, сука, его захуярю. Я понял, все. У него стрел дохуя.
Иди сюда, блядь! Иди сюда! Куда ты бежишь, блядь? А ну стоять! Стоять! Я мигалки включил! Окей, сори, мэн. Сори, let's go together. Нехуй доверять. Какой я ебаный злодей. Hello, is anybody here? Wake up. Долбоёб, я только нож имею при себе, блядь, я не опасен, сука. Иди нахуй, блядь! Шо, блядь, я думаешь, понимаешь, что ты говоришь? Шо Путин, блядь? I'm Putin, окей. Причём тут нахуй Путин, ёбаный в рот, блядь? Это, сука, Роблокс, блядь, какой нахуй Путин здесь? Не, копать что-то, строить, не, это не моё. Мне нужно ПВП-шиться и в этом ПВП забирать лут с кого-то, вот и всё. Сказал я так и был таков, потому что в выживалках трудно существовать без определённой цели. И осознание этой цели пришло ко мне спустя 10, а то и 20 опиздюливаний от рандомных игроков, вооружённых и не особо. Выживать так, как все, не особо интересно. Ну вот эти вот домики строить, печки, сундучки, все складывать, бегать, лутаться и так далее. Намного интереснее такая цель, которую еще не ставил никто, и я этим занялся. Ну так вот, моя цель заключается в том, чтобы набрать много камней и дерева, и из них делать постоянно ножи, которыми я буду ломать чью-нибудь дверь. Я даже успел провести независимое исследование того, насколько хватает одного ножа, если ты пытаешься взломать дверь. Ответ – это 10 единиц прочности. Значит, нам понадобится для полной двери около 20 или же 21 ножа. Поэтому прерываем это небольшое вступление. Сегодня мы выживаем в Роблоксе в режиме «Одинокое выживание». Hey, you wanna help me? Hit the door. Let's go. Очевидно, что этот бичара что-то задумал, и это что-то нехорошее для меня. Я уже решил сделать вид, что я занимаюсь своими делами и больше на него внимания не обращаю. Он тут у вас пытается выбежать супер неожиданно на меня и напасть, но что-то постоянно идет не так. Долбоёб. Это был его шанс на нормальное получение лута. Хотел меня подкарулить, я что-то в первый раз заподозрил неладное, но думаю, ладно, окей, посмотрим, что будет дальше. Ёптама, чё, и аэродроп только не сюда, пожалуйста. Я сброшу на вас 250 тысяч тонн тротила. Хорошо, хоть недалеко. Эй, can you help me? Don't fight, no, it's bad idea. Let's go, follow me, don't fight. Чё, блядь, не весело, долбоёб? Я ж тебе сказал, иди за мной, блядь. Олег Бебрович, нож тебе уже не пригодится, другалёк, так что иди нахуй. Короче, кто мне не хочет помогать, тем я бью ебальники, вот и... А, обезвоженный, охуеть. Значит, тогда надо израсходовать те ножи, что у меня есть. Итак, проголодавшийся и обезвоженный, я пошел снова завершать свое дело, насколько это возможно. Камней для крафта в округе не осталось, были только деревья, которые мне в таком количестве просто не нужны. Крафтить ножи не из чего, потому что нужны камни и нужно много камней. Поэтому я принял другое решение, а именно поиск тех, кто задонатит мне хотя бы один нож. Да, под словом задонатит, я подразумеваю то, что если он мне попадется на глаза, то он мне просто-напросто будет вынужден отдать нож, потому что я просто с него его залутаю. Да, вот настолько я целеустремленный, я не приемлю неудач, я настроен только на победу, и поэтому я сделаю все, чтобы исполнить свою мечту, а именно отжать этот домик и самому в нем заселиться. Ну а пока меня одолевает голод и жажда, я понял то, что бегать искать по карте ресурсы, типа еды, воды и так далее, нету никакого смысла, проще где-то будет зашкериться, оставив ножи. Вот представьте человека, который найдет вот эту вот сумку от челика, который вот недавно отъехал и увидит в нем просто полную сумку ножей. Вот что он первое подумает о человеке, сумку которого он нашел? Что за пиздец? Голодаю, воды нету, блять, жизнь сказка. Вот охереет, наверное, чел, который найдет вот сумку мою, если моя вот диверсия не удастся на этот дом, который найдет сумку, увидит тут тучу просто ножей и переломанную до почти до конца дверь. Вот это будет хохма, блять, чувствую. Yeah, what do you mean? What do you want me to do? Oh, cheat.
Ой, все, в воду, бля. Ну и остался в итоге я в море с сумкой полных легендарных финок НКВД. После этого моя задача заключается в том, чтобы снова зареспавниться, но уже хотя бы поближе к этому острову. Ну или неподалеку, чтобы идти долго не пришлось. По пути я бы смог снова насобирать ресурсов, чтобы скрафтить себе ножей и прийти готовеньким, здоровеньким и не голодным доламывать эту дверь. Эй, придурки, я снова вернулся, попиздимся? Да где ж вы, когда вы так нужны? You understand English? Yeah. I need you to kill me, okay? Why do you want me to kill you? I need. You do? Yes. Fight. You sure, man? Okay, fight! Go, bitch! Go! Давай, нахуй! Давай! Thank you! Oh, fuck, man! Как назло, я и воду, и еду нахожу. Прям злачное место какое-то. Еще бы ствол какой-то найти. Вообще было бы ржачно, когда мне уже там надо быть. Иди сюда, блядь! На нахуй! Иди сюда, я тебе дам бинты! Окей, сори. Окей, все, сори, извини, иди. Да, блядь. Ну все, в расчете. Давай на мужика тогда, слышишь? Я так понял, ты меня понимаешь. Иди сюда, блядь! Давай, нахуй! Ну, брат, ты сражался как мог. Ай, бля! That's your base, right? Not my base. А, it's another one. You're such a bitch, man. Сука. Чё там, лук? Ебать. Пока что план по взламыванию того дома отменяется, пока я не сдохну. Что-то мне, блядь, не сказано везет. Let's go together. Давай, блядь. Давай на мужика, сука. На нахуй. Давай, блядь. Ты дрался достойно. Встанем за лупа! Я такой дерзкий до первого чела с огнестрелом. Я потом дальше сам убегать буду и просить не убивать, блять. Ну вот примерно так я и выживал на другом конце карты. Бегал, дрался и лутался. До того момента, пока мне реально не встретился чел с огнестрелом. И дальше я снова появился поблизости от своего будущего дома. Но вот она незадача, когда я вернулся к своей нычке с ножами, которые я подготовил для следующей жизни. Я ее там не нашел, ее кто-то спиздил. То есть, понимаете, на серваке завелся еще один такой же, как я, ебанутый игрок, у которого непонятно какие цели. С ножами кто-то спиздил. Какой долбоеб вообще подумал, что ему понадобится столько ножей, я вот не понимаю этого. Просто покажите мне такого же, как я, больного человека, я с ним подружусь, блядь. Светает уже, а я все еще ломаю эту ебучую дверь. О, hello. What's up? You here to help me? Okay, fine. Don't take the route, I want to see. Do you want to live here? I don't know what's in there. Kill him. Take the doors and place them. Yeah, and it's your base now. Nice, thanks. Good luck, guys. Good luck. Bye. Отжать дом в Роблоксе. Тем более таким образом запомнится челу, что ты хочешь его отжать, блять. Он пришел еще с подмогой. Охуеть. Сука. Вот это, блять, просто дуракам везет. Это самое наглядное описание вот этой вот фразы. Ну, теперь я блатной, ребята.